Подарок для любимой женщины должен передавать всю теплоту чувств к ней одной, любимой и единственной. Кто-то из мужчин предпочитает дарить подарки традиционные, а кто-то подбирает индивидуальные. Я вообще предпочитаю заранее что-либо приобрести такое важное, ну, нужное, в первую очередь для своих женщин, девушек, семьи. Вот. А этот подарок, может быть, не является неожиданным, но он является ожидаемым. Цветы, конечно. Ну и что-нибудь, если по хозяйству, для личного пользования, какой-нибудь ценный предмет. Вот маме несу чайничек заварной, красивый. Обычно что-нибудь такое украшение на 8 цветы. Украшения, ювелирные изделия. Мы с папой покупаем всегда на праздники. Цветы в основном. Также в этот праздник мужчины балуют и удивляют своих дам сердца. А кто завтрак приготовит, кто кофе в постель подаст. И придумывают оригинальные способы для поздравления своих женщин. Поздравляем, как же, ну обычно, либо телефон, либо лично можно прийти к кому-то, к самым большим друзьям. Но кто далеко, с кем дорого разговаривать, смс-ку послать. С раннего утра всегда подходим неожиданно, еще когда спит мама, и будем и поздравляем. С утра жену поздравляю, целую, обнимаю, дарю ей цветочки. Каждая женщина ждет сюрприза, и в этот весенний праздник не забудьте поздравить своих любимых и близких. Динара Доминова, Владимир Прищепа, новости.